Всем привет! Сегодня для нашей поделки нам понадобится ручка от валика, 5-литровая баклажка и золотые руки. И немного свободного времени. Ну что, начнем. Для начала выгнем вот этот металлический прут, сделаем его ровным, а потом согнем его в кольцо. Это делается довольно-таки просто, сейчас все увидите. Вот мы его выгнули. Дальше нам понадобится небольшая труба. Ну, в данный момент у меня какая-то 74-я, что ли. Дальше нам нужно согнуть вот этот кусок проволоки в кольцо. Просто затягиваем и обгинаем просто по трубе. В принципе, довольно-таки не тяжело, как я думаю. Чуть-чуть его разогнем. Вот у нас получилось довольно-таки ровно. Так что все отлично. Все, труба нам больше не нужна. Дальше нам понадобится вот такой кусочек металла. У меня он толщиной примерно 1,5 мм. Сейчас мы этому кусочку металла придадим нужную нам форму. Вот у нас получится должно примерно вот так. Видите, да? Вот мы его немного посогнули, как нам надо. Дальше приложим нашу заготовку к нашему кусочку металла вот таким вот образом и обрисуем его, как мы будем его отрезать. И сделать зубья. Зубья буду вырезать также болгаркой. Я думаю, вот так будет достаточно, столько зубьев. Сейчас я это все вырежу и к вам вернусь. Дальше берем две наши заготовочки, вот так вот прикладываем, это будет вот так вот примерно выглядеть, и сварочкой провариваем, ну капельками капнуть, чтобы она держалась, ну хорошо, и вот в таком положении. Сейчас приварю и покажу. Вот так это будет выглядеть, вот такая вот непонятная штуковина. Идем дальше, берем 5-литровую бутылку и срезаем примерно вот такую вот область бутылки. Вот наша бутылочка получилась вот такая вот. Дальше, сделав несколько отверстий паяльником, надежно скреплю все это вместе стяжками. Вот такое приспособление у нас с вами получилось. И как вы, наверное, уже догадались, оно будет предназначено для собирания фруктов, которые растут на самой вершине дерева. Дальше это приспособление можно надеть на черенок. Ну, я буду одевать ее на удочку, на малярную удочку, я имею в виду. Она легкая, раздвигается довольно-таки на большое расстояние, и ей удобно работать. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, пришло время испытаний. Давайте посмотрим, насколько эффективно это приспособление. Поехали! Вот такой вот сниматель фруктов с плодовых деревьев. Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра. Пока.